такая картина вечером. Выпускаем, решили вечером выпустить щеночков. Самая смелая, это кто у нас? Джессика. А эти две. Веда-то выходила? Нет. Сидит на пороге. Вы чего, мои хорошие? Пойдемте погуляем. Пойдемте погуляем. Они еще не выходили гулять. Дальше двери не выходят. О, первая пошла. Пошли. Ой, ой. Веда, пошли. Так, Дуняша, а ты сидишь? Мы только щеночками пошли погуляем. Пошли. Ко мне. Веда. Так, Дуняша, Ведочка, моя девочка. Все. А что, вот это мой зайчик-то. Вот это мой зайчик. Дуняша, ты посиди. А тут сейчас всех, он еще там. Ей же надо тоже. Обойдется пока. А здесь лампочку не включили. Так, фу. Здесь мешок. Так, нельзя. С мусором висит. Они сейчас его... Ой, господи, зайцы. Зайцы не видали? Такого с хвостиками, с ушками. Не видали? Зайцы, пошли. Тигрята. Поросята. Пойдем. Кот, что ты там нашла? Пошли. Веда, Вестафо! Пойдемте, пойдем. Зови Олег. Олеж, позови их, пусть они вперед побегут на камеру. Ладно, Веда. Зови. Первый выход в ночное время. Они еще не гуляли, они только видели, гуляли, когда светло было. Рядышком находят. Идут, да, рядышком. Ну, все, на этом пока все. Мамок мы дома оставили, чтобы они не мешали, а то они сейчас разгон тут устроят. Красавцы мои, красавцы. Все, спасибо за внимание. Пока-пока.